Вот у нас очередная заявка на сегодня. Пробираемся по лужам. И сдается мне, сейчас опять начнется заедь на поле туда-сюда, потому что был я на этом адресе. Что же им сказал? Сегодня больше в грязь не полезу. Тем более время уже около 5 вечера. Кто меня вытаскивать будет? До темноты сидеть. Походу сейчас подъеду, посмотрю, развернусь и поеду обратно. Хотя куда обратно, и база уже закрывается. Ай, как вот общаться с такими клиентами? Не поеду. О, опять мы во дворе, да, заехал. Да-да. Опять болото. Почти сухо. Ну там поправь. Так, ну надо сейчас раз и выехал. То надоело уже буксовать за сегодня. Раз и стою опять. Про что я и говорил? Давай! Вау! Ах, дороги! После дождей здесь же люди живут. На грузовой на пол колеса больше заважен. Ну, сегодня все как обычно. Ни одного клиента хотя бы хоть чуть-чуть друг от друга отличался. Все как договорились. Да только что заезжали, да только что все отлично. Да ты что, да здесь вообще твердо. Это в последнее время уже 5 доходит. Ну, я уже думал, не буду заезжать, но ворота открыли, вот сюда заезжаю. Опять трава, ни капли отсыпки. Да, песок завезли. Ну, песок привез, газон. Или зевок. Ну, неважно. Ну, это у этих машин база короткая. Колеса большие. Они по полям в грязь спокойно лазят. У нас база длинная. Все. Только разгрузился, жопа пустая. Все, начинается эта шлифовка. Еще заезд, выезд обратно в горку. Ну, ладно. Не, ну, без вариантов было. База уже закрылась. Клиент, мне только туда, наружу не надо. Все. Короче, быстро он меня уговорил. Пришлось опять залезть. Ну, в этот раз отделался легким испугом. Быстренько. Так, пару раз буксанул, выехал. Так что ждем следующих дождей. Сухая погода начинается, им не надо, как только дождь, все, сразу все, надо быстро завести, иначе там встанет, промокнет. Короче, все как обычно. Ну все, ребята, всем пока. Увидимся в следующем видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. Удачи!